Здравствуйте. Представляем котел варочный на 150 литров. Котел масляный у нас. Здесь у нас пульт управления. Здесь у нас ящик с тенами стоит. Терморегулятор защиты от перегрева. Кран уровня. Кран средний. Кран заливочно-расширительная воронка. Мощность получается 2 блока по 6 кВт. Включаем сетевую кнопку. И то есть терморегулятор для сырья, для рубашки. И каждый блок включаем нагрев. Крышка разбирается на две половинки. Дно конусное, снизу, значит, резьба 50, будет с обвязкой насоса. Потом будет снизу забираться, сюда будет подаваться. То есть циркуляция будет и циркуляция. Мешалка у нас регулируется с пульта управления резистором либо быстрее, либо медленней в одну сторону, либо в другую. После того, то есть разбирается кламповое соединение, вынимается мешалка, внизу второпластовая шайба стоит, ну и Мерседес, опора на Мерседесе. То есть сейчас идет нагрев, то есть поблочное включение тена. Получается 3 кВт и 6 кВт. Ну и то есть регулятор, загорится красная лампочка при превышении температуры. То есть контролируем уровень здесь и здесь. Ну, все, как бы идет нагрев, мешалка. Все, котел готов к работе.